Фермеры Бурятии готовятся к зиме. Рая, Нира, Муся – у каждой коровы свое имя. Ну и, конечно, характер. На молочно-товарной ферме в Закаменске оживленно. Идет утренняя дойка. Вот это зовут Рая, да? Ну. А у нее как характер у Раи? Тоже вредненько. Вредненько. Молодая же она. На второй это раз отделили. Это Олеся, дальше Муся. Все имена знают они? Коров держать – это тяжело, трудно. Веселый, можно сказать. Каждый день не одно то же, всегда не одно то же бывает. Всегда что-то разное. Да, настроение чувствуется, когда она вот... Ну, утром они такие, после как человек после сна вялые, а вечером такие немного возбужденные. Дугар – студент. Помогает отцу, отвечает за порядок на ферме и механическую дойку. К работе относится с большой ответственностью. Аппарат рассчитан на 20 голов в час. Он парный получается, значит, может подоить 20 голов в час. Ну, доится, пока не наполнится бетон. Я, получается, сын отца, но, получается, это мое наследство. И как наследник я должен этим тоже заниматься. Беликто Цыбиков – руководитель фермы. Раньше работал ветеринаром. В 2016 году получил грант. Построил ферму, закупил скот. В Закаменске его называют веселым молочником, потому что делает свою работу с удовольствием и все время улыбается. Нас городские все знают, что мы Беликто, молоко приехало. Веселый молочник, говорят. У нас продукция востребована. Трудная работа. Без выходных. Утром подъем 5:30. Встаешь, утренний дойк идет. Потом второй подоил. Надо телятка покормить, потом ехать надо, за Каменск ехать надо, молоко сдать надо. И молоко реализовать надо еще там. Каждый день. Утренняя дойка закончилась, а работа у сельчан продолжается. Скоро зима, а это новые хлопоты, новые цели и желание жить достойно и заниматься любимым делом. Надежда Хлыстова, Руслан Хиртуй, специально для программы «Вместе мир Байкал».